И снова всем привет! Третья часть видео, обзор моих покупок из путешествия по Западной Украине. Итак, начнем с кофе. Набрала вот много разного кофе, так как очень люблю заварной. Вот кофе вот такой вот. То есть тут точно так же на нашем языке ничего абсолютно нету. Именно вот такой кофе, вот эти, это мне продавец порекомендовал. Сказал, что я не пожалею, что очень понравится. То есть вкусный. Ну вот я его и взяла. Цена такого кофе, по-моему, где-то до 80 гривен. Точно я не помню. 65, мне кажется. Ну то есть до 80 гривен. Вот этот кофе, потом Чиба, тоже это продавец посоветовал, и тоже у нас продается кофе Чиба, даже у нас есть магазины, то есть сроки годности, все в порядке, магазины тоже с европейскими товарами в городе, но это все не те товары, я заходила, смотрела, то есть они вроде бы как, да, не такие, как в супермаркетах, но там все идет на экспорт в Украину, то есть там на украинском, русском языке там все есть, а здесь это не для нас, поэтому это другие товары, и на вкус они реально другие, потому что, например, вот такую приправу, я ее до этого пробовала. Девочка мне знакомая из Ужгорода присылала. Мне очень понравилось, поэтому я искала паприку именно в такой упаковке. А вот, потому что, ну, цвет, все реально, это все. У нас такой паприки, вот разные я покупала. Но такой вот, как эта, чтобы нормальная была, у нас, ну, я, по крайней мере, не находила. Так, ну, за паприку я уже сказала, отложу в сторону. Затем вот пекарский порошок, господи, как же он называется, разрыхлитель, вот. Он тоже реально классный. Я тоже его купила, потому что я его до этого пробовала. Мне присылала из Ужгорода, повторюсь, девочка, посылочку вот с такими товарами. Вот эти штуки я набрала уже много, потому что я уже их пробовала. Я знаю, что они классные. К тем мы сейчас перейдем. Так, это я не пробовала. Это тоже паприка какая-то. Ну, то есть все паприки. Вот в пакетиках сладкая паприка. В общем, эту попробую, пока не знаю. Это я буду готовить в своих видео, возможно, где-то покажу. Дальше. Вот приправа Вегета. Тоже совсем она не наша. Такую тоже я уже до этого пробовала. Еще одну хотела тоже вот с поваренком. Только белая упаковочка. Но я ее не нашла. Тоже класснючая приправа. Эту попробую. Так, это тоже европейские товары. И это, по-моему, корица. Ну, по картинке, да, корица. То есть, это я не пробовала. Тоже буду пробовать. В комментариях отпишусь. Вот такая паста. Томатная паста. Ну, вот видно, она с чем-то там идет. В общем, это советовала уже продавец такую взять. Тоже буду писать потом в комментариях, так как сейчас пока не все могу сказать. А вот такой кофе купила. Вот, но я потом фотографии сбросила девочки, вот с Ужгорода она знает эти товары все, то вот эти она написала, что эти действительно классные, а эти уже среднего качества идут. Ну, тем не менее, у нас такого я не видела. Вот, тоже вот такой большой кофе. Этот буквально 120 гривен, по-моему. Вот, ну, тут есть вот, кстати, это я не досмотрела, произведено в Германии. А, в Германии я. То есть это не на русском, это тоже на каком-то языке, не знаю. А, вот. Ну, это, я так понял, среднего качества. Ну, так, взяла, мне все интересно пробовать. А, этот 126, по-моему, гривен стоит. Это я покупала в Мукачево, в маленьких таких магазинчиках там. Ну, то есть в частных магазинчиках, не в супермаркетах. Это тоже я брала в магазине кофе. А эти я брала на рынке Гид. То есть там есть рынок Гид такой большой. Это я покупала на рынке. Дальше, шоколадки Милка. У нас тоже есть такой шоколад Милка.
Но он по вкусу совершенно другой. Вот, то есть тут на нашем ничего нету. В общем, вот такая огромная Милка, по-моему, 300 грамм. 300 грамм, по-моему. А, ну вот, 270 грамм. Эта Милка стоит 60 гривен. Это покупали на рынке Гид. Тоже товары, как они называют, контрабанда. Ну, в общем, вот такие вкусные шоколадки. И вот такая шоколадка. Тут еще ценничек оставался, потому что она у них была последняя. Так, шоколадок набрали. Дальше. Взяла оливковое масло вот в таких жестяных банках. Такое и вот в такой банке. В общем, мне тоже написала девочка, что это хорошая фирма, то есть хорошее качество. Вот, 100 гривен стоит литр. Тут литр и тут литр. То есть по 100 гривен вот эти банки оливковое масло. Я тоже потом в комментарии напишусь, как мне понравилось, свое мнение об этом, пока я не попробовала. Взяла такую приправу, так как до этого смотрела тоже видео на YouTube. И кто-то показывал вот в своих видео вот именно эту приправу, потому я тоже решила попробовать. То есть людям очень понравилось, что большая банка стоит недорого. Вот, и что очень вкусное. То есть с нашими приправами тоже оно типа не сравнится. Поэтому я взяла тоже, потом напишу свое мнение. Так, давайте теперь я покажу сейчас еще, что это за пасты такие в тюбиках. В общем, здесь есть вот одни пасты с названием ЧМС. Ну, могу неправильно немножко я сказать, но вот... Вот такое название. И есть вот чипос. То есть одни пасты идут острые, вот, а другие идут, ну, сладенькие. Это как томатный соус получается. Вот в таких тюбиках. Тоже я до этого пробовала уже. И такую, поэтому набрала вот целую кучу. Хватает на много и... Кстати, кто путешествовал по Западной Украине, есть у них там такое свое блюдо – бограч. Так вот, самый вкусный бограч мы пробовали. И в Ворохте пробовали бограч, мы пробовали во Львове, мы пробовали в Яремче и пробовали у Мукачева. И пробовали мы еще, как же оно, Синеверская поляна, это там, где озеро Синевир. Тоже там кафешечки, там, кстати, тоже вкусный. В общем, первое место, как по мне, вот бограч самый-самый вкусный был, это в Мукачево. Как бы следующее место для меня, это вот где озеро Синевир, вот Синевирская поляна, это был тоже вкусный очень бограч. Вот, то есть вторая ступенечка, а уже вот Ворохта, вот Яремче, да, вроде бы как вкусно, но это не тот бограч. Он не такой насыщенный, ну, как-то не те вкусовые качества. И как мне объяснила потом вот моя девочка, знакомая из Ужгорода, вот там используют в Мукачево и в этом вот районе вот именно эти приправы для бограча. Вот потому это венгерское блюдо, я так поняла, получается. И, ну, вот именно этот соус придает вот такой вот очень вкусный, вкусный вкус. И плюс еще цвет придает. Вот, поэтому я это тоже. То есть одни острые, что там буквально капельку, там, ну, пол чайной, да даже меньше, чем пол чайной ложечки. Если я, например, делаю рагу какой-нибудь, и вот для цвета, для вкуса вот придать, то чуть-чуточку вот остренького, чтобы остроту. Потому что если сильно много, будет чересчур острое. Вот, и этого, то есть они очень концентрированные получаются. Ну, классные. Если будете, вот, возьмите. Я думаю, что вы не пожалеете. Так, ну, вроде как, ага, забыла. Забыла, соответственно, мы были еще в Почаеве, в Почаевской лавре. И, соответственно, мы не могли не купить вот воду из Почаева. Вот такую святую воду. То есть мы тоже взяли. Ну, еще там, конечно, взяли ликувальное вино. Это в Почаевской лавре. Ну, еще не пробовали, но сказали, что вкусное. В общем, еще такое взяли.
Вот такие у меня покупочки. Надеюсь, что это видео кому-то пригодилось, тот, кто собирается туда, в ту сторону путешествовать. Вот, то есть я свое мнение о тех товарах, которые я уже пробовала, знала, сказала, потому я их специально искала. Об остальных я буду писать дополнительно в комментариях. Если вы что-то знаете, пишите тоже, буду очень рада. Всем спасибо, пока-пока. Подписывайтесь на мой канал, не забудьте нажать на колокольчик для того, чтобы первым получать уведомления о новых видео на моем канале.